штано, що ми тепер зробимо, не тільки дамо палачі, та а звено полюбимо ходити по столі. Oh,
6 a.m. A summer's day begins for the Kalinich family, who live on a collective farm in southern Russia. Grain harvest is at its height. But though it's the busiest time of the year in the farm's collective fields, for the Kuliniches, the first priority of the day is their animals, which they own and rear privately. Undisputed head of the family is Maria Kulinich, known to everyone as Babushka, Granny. She's 78. And has lived here all her life. Було много сім'ї у мене. 9 душ було сім'ї. Я була ж роботна, як маленька я не работала, а вже ж як підбольшая я тоді работала в колхозі ж, работала. Ну, а ті вимерли діти всі у мене. 6 душ умерло. А це ж троє осталося, так я вже з ними і живу. Нічого, работали. Вони маленькі були, слушали мене всюди. Ще ж отець був, слушали вони. Маленькими пішли в степ, скот пасли там, работали біля отця, там работали в полі. Maria and her three surviving sons, now all in their 40s, live in neighboring houses at the heart of the farm's territory. Her oldest son is Victor. У нас у отца было трое сыновей. По мере того, как подрастали, женились. Женился первый, построили ему дом. Ну и как, по мере женитьбы каждому строили дом. Ну, отца уже строились без отца. Зарабатывали и строили свои деньги. У отца капитала больших не было. Так що ми своїми руками все це робили. При Славкові я почала жити. Ну, усі в місті жили. А потім построїлись, повиходили той туди. А цей так ми залишилися, так у нас там хата ззаді була. І ми там жили, а потім построїлись, зламали ту хату. Так оце живемо ми поки тут. Ну, Слава, самый младший, конечно, он самую большую роль играет, потому что он на комбайне трудится, он постоянно в поле. Ну и Алексей шофером работает, он должен вовремя рабочих привести на работу, вовремя их забрать с работы. Тоже, ну, все понимают, ответственный момент, все понимают. A Soviet collective farm is more than just a farm. It's a whole community. Everyone belongs to it, and everyone works for it, whatever their job. Victor, for instance, is a projectionist, but he works for the collective too. The only cinema around here is owned by the farm. In the morning, he's the one with the time to feed the animals as the others leave for the fields. Slava's job as a combine harvester driver can earn him up to 3 times the average wage, plus bonuses. But the combine harvesters work long hours for their money. At harvest time, they're at the bus stop at dawn 7 days a week and won't be brought home from the fields until after 8 in the evening. Unlike many Russian farming areas, the land here in the south is rich and fertile. With several different crops to harvest, men like Slava can accumulate large amounts of cash. But just having money isn't enough. In a country so short of consumer goods, finding things to spend it on is the real problem. One that Maria finds difficult to understand, with her memories of civil war and famine. До війни нічого работали, то й жили. А по війну ж жили. Одна я осталася, а їх 4 було дітей, 4 дітей було.
Ну и бывало плохо было, и голодом были, и то, и работала я одна, они маленькие были, хлеба не было живы. Мы мололи так вот, муку себе добывали. Ну, а хозяина 4 года не было. Война ж была. Ну, так же и жили. Было рано идем, поздно приходим. Прийду, дети сами. Тут дома корова была, корову дуили. Дуила же то для их. Ну и так же, так вот и жили ж мы. Багато переживали мы войну. А до войны ничего ж мы жили. А войну мы переживали. Переходили всі ж войны через станицю, переходили. Тоже нас об'їдали люди, что же. Голодні були ж, йшли по тому, по нічого ж такого вареного не було. Прийшов, тут работав у колхозі, заведуючим, заведував, скот був у нас, скот. Метехви в нас було таке, він там заведував біля скота. This is the October farm, named after the month when the Russian Revolution took place. Its average size for a collective farm, about 40 square miles of land and 11,000 peasants. Slava's bus ride to the combine harvest yard out in the fields takes 20 minutes. At the moment, it's his only way of getting there, though not for long. 18 months ago, he bought a car, his first. But like most Soviet motorists, he's had to wait for delivery. It should be arriving any day. And when it does, he'll be one of the few people on the farm to own one. This is a fertile region, so all the farms around here are relatively productive. But the October farm is by no means a showpiece. As the farm director told us, we've got no Lenin prizes and too little topsoil. But the peasants here are lucky. The sun shines and the rain falls in just the right amounts to give good harvests. Elsewhere, many Russian farms suffer from drought or barren soil or poor management. Almost every year, the grain harvest is so inadequate that the Soviet Union has to import from abroad. And even when the harvest is good, distribution is poor. So each winter there are shortages and long queues in the cities. In 1917, within 24 hours of the revolution, all of the land was officially turned over to the peasants. After two major famines, private smallholders began to prosper. But by 1930, Stalin had decided that the Soviet Union must be turned into an industrial power. The new factory workers should be fed on grain produced by the peasants at a price fixed by the government. But the price was too low, and too many peasants simply refused. Unable to force millions of small scattered households to obey him, Stalin reorganized them into these massive farms, often the size of whole villages. It was a chaotic and brutal process. Most of the peasants had to be coerced into joining the new collectives. Many preferred to slaughter their animals and burn their land. Many were killed for their defiance. Stalin's hammer was mightier than his sickle. 50 years later, it's a chapter of their history they prefer to forget. The farms now provide more than half the country's food. On each farm, the land and machines belong jointly to the whole community, which elects a chairman and a board of directors to manage its affairs. The farm sells its produce to the state at state prices, and everyone works to the state plan. The idealized targets of the plan are displayed in the streets, like Western advertisements, somewhat remote from reality. Thank you.
The Kulinich brothers are part of a new generation, so they see collectivization as the cause of their improved standard of living. Поколение без колхозной жизни как-то мы не мыслим, как это у нас не будет колхоза, как это частная жизнь. Например, мне дадут землю, как я буду обрабатывать? Это не это. Не знаю я. Ну, колхоз, конечно, колхоз это хорошо. Все делается коллективно, все это вот так вот. Такая и раньше была уборка такая, сейчас вас уже убирали. Погода хорошая, убирали. Ну, раньше тоже не так убирали, а сейчас скоро убирают. Вот не так-то давно начали косить, уже они убирают, уже кончают косить уже. Молодьбу кончают. Техника великая, сейчас хорошо работают, и убирают хорошо. А колись не так не работали, потому что техника маленькая была, и они работали, было долго работали. Було і сніг застає, так що холода. А зараз хорошо працюють. За дві тижні все нема, все не уберуть. Убирають усе. The authorities know that ideology alone cannot keep the peasants loyalty, so they've given them a stake in the farm's success. Жена работает у меня в колхозе, получает зерно. Дают, конечно, преимущество, то, что она работает в колхозе. Получает зерно, ну, для сельского жителя это преимущество считается. Получает зерно в колхозе и выдают на заработанные деньги. Масло подсолнечное, ну, все сельхозпродукты, которые выдают колхозникам. И она получает. Это для крестьянского двора это то, что надо. Part of communism's strength is its ability to get involved in every last detail of day-to-day life. On the farm, nothing is overlooked. At the workshop where Slava's wife Valia sits and sews, made-to-measure dresses are sold at specially reduced prices. They'd cost three times as much in the shops. The message is clear. Support your local collective, and it'll support you. Ну, для станицы, что он колхоз? Конечно, чем крепче колхоз, чем лучше колхоз, тем лучше зажиточнее живут колхозники. Отцам, нашим родителям, конечно, труднее пришлось, потому что война, после войны, разруха. Им приходилось очень много работать. А сейчас работаем мы поменьше, жизнь улучшилась, намного жизнь улучшилась. Раньше крестьянин не мог думать об автомобиле, а сейчас чуть не у каждого, ну не у каждого, но у многих, у большинства автомобилей, ну свой личный транспорт есть. Автомобиль, мотоцикл, за велосипед это и говорить, и за мопед это уже нельзя. Дом моя собственность, мне принадлежит, ну и земля моя. Ну и не в полном смысле, что моя, налог-то мы платим за землю, рубль, ну символический налог, там рубль 20 за сотку. Ну вообще-то государственная земля у нас. Но если она мне, ну, при моем доме, значит, она считается как вроде моя. В саду, ну, это вместе сад и огород. Тут, овощи, которые нужны, ну, ежедневно нам, которые нужны. Помидоры растут, огурцы, морковь, лук, чеснок. И сад есть, сад вот, видите, ну, яблони есть. Несколько яблонь, черешни, абрикосы есть. Для себя растет, для, ну, чтобы ежедневно питаться. Животные дома, свиньи есть, куры, уток разводим, для себя тоже разводим. Ну, лишние продукты, ну, на зиму запасаем, консервируем, сушим, солим. Если излишки остаются, ну, огурцы, например, если
свиньям скармливаем, там кабачки, если остаются. Животным отдаем. Like most collective farmers, the Kuliniches sell their private produce at the local market. Here, Soviet free enterprise is alive and well and efficient. Homegrown food accounts, quite legally, for about a third of all meat, eggs, fruit and vegetables on sale anywhere in the Soviet Union. The peasants charge as much as they can get. Now, tomatoes here cost about £1.50 a pound. That's much higher than in the state shops, but at least you can be sure to get them. The extra cash is a vital incentive for the peasants. The state recognizes that and doesn't attempt to tax it. Midday. And for Slava, lunch in one of the farm's canteens. The food is free and there's plenty of it. Free lunches are one of a whole variety of farm workers' perks. That's another reason why the peasants now accept without dissent a system which their fathers may have suffered terribly to resist. Apart from grain, the October farm's main crops are beetroot, cucumber, sunflowers and fruit. Every day, Alexei drives the afternoon shift to the orchards. The cherries, plums and grapes in this area are among Russia's finest. It's noticeable how the fruit pickers are all women. Officially, the sexes are treated equally in the Soviet Union. Down on the farm, though, the women are expected to work shorter hours to leave time for their other job, looking after the men. Alexei's son, Serioja, plays for the farm's football team. In many areas, young people are leaving the land for the jobs, education, and material pleasures available in the towns. For Maria, who, like most Soviet grandmothers, brought up her children's children, it's a worrying thought. Одна девочка, четыре мальчика. Глядила ж я їх усіх. Стройка була, вони всі на роботі. Люди строїли, а я глядила ж усіх дітей. І на руки, і під руки, і скрізь було. Глядила, повигляжувала всіх онуків. Ну, хотілося б, щоб були настоящими людьми, щоб працювали. Ну, і... Родителям, соответственно, помогали. Мы ж постареем уже. Ну, такие надежды. А это я гарантии не даю, останутся. Это как они пожелают. Могут остаться, а могут куда угодно ехать. Им, их никто не принуждает. Ну, родителям-то хочется, конечно, чтобы они... При детях жили, но у них своя дорога, они могут даже и не жить при нас. Ну, уже ж большие теперь. Ну, а теперь же уже ж большие внуки, уже работают, есть два уже великих, работают. И те работают, и те маленькие, и те бежать работать. А що ж тепер бабі робить?
Отдыхать бы обидно. Ну, он же... Ты молодежь, слушая старых есть. Ну, а кто знает, как бы сказать вам бы. Ну, ничего он им не такого. Хорошо всем, все хорошо. Понимают, что старики, понимают все ж так, что старость подходишь. Она ж на всех подходит, не только. Maria's only regret about young people is that they've abandoned the Christian faith that she grew up with. Верующим. Церковь у нас есть. Ходю. Верую. Много женщин, старушек ходит. Уже ж таки молодежь не ходит, а так и ходят. Як старушки ходят. Ну як? Ну образа, я ж маленька була, вони ж образи були. І так вони сейчас єсть образи у нас. Ще ж не за мене стало, це ж воно ще ж отці наші були, матері, і так вони образи як були, так вони ж єсть образи. І так і ми держимо образи. Ну, верує, так же ж, як наші отці вірували, і ми ж по їх уже й віруємо так. Це ж воно не зараз стало, а давно у нас воно вірували наші отці. І ми так привикли, і ми віруємо. А я не можу вам доказати, я не грамотна. Я не читаю, хто чита, там понімає, а я ж не грамотна, я не можу вам сказати, що за за релігія. But officially, God is dead in the Soviet Union. In his place, there are new idols, new ethics, and new rituals of worship. Harvesting will continue until nightfall, but Slava has for once left his work to someone else. After 18 months, he's got the news he's been waiting for. His new car is ready for collection. So he and his brother Alexei have left the fields and gone into the nearest big town, Krasnodar, to pick it up. At home, Victor's thoughts turn to celebrating the big occasion. Although it'll belong to Slava, the whole family will share the happiness and the freedom that a private car promises. On occasions like this, the Kuliniches are like farming people everywhere, neither sentimental nor squeamish. Как красиво. Ты же подпалила? Да, подожди.
Within the family, the skills and traditions of peasant life, the homemade recipes and handicrafts, are still thriving. Там уже немножко взялось. Что там надо же было, видишь? Вроде ж двух часов еще ж нету. Вот так. Открываешь. А можно? Садовый. Внимание! Говорит местный радиоузел. Прослушайте объявление. Сегодня в кинотеатре демонстрируется новый цветной индийский художественный кинофильм «Танцор диско». Most people are already looking forward to knocking off by the time Victor finally starts work. Today, before the family celebration at home, he's showing a program of cartoons to children from the four kindergartens on the farm. Отец взял, по-моему. Это еще после войны было. Тогда показывали на улице кино. И он меня впервые привел в кино. И я, как сейчас помню, фильм «Сельская учительница» у нас был. Я ее первый раз в жизни посмотрел. Фильм и понравилось. Late afternoon. The brothers return with Alexei driving. Slava, the new owner, has one problem. He hasn't yet passed his driving test. We'd hinted that this was a moment we'd like to film, so perhaps our presence ensured that the car was delivered today. But the Kaliniches would have been delighted whatever day it had turned up. Красавица. Ну ладно, вы Ну как, сама выбирала тебя? А? Такой понравился, такой выбрали. Слава. Ну ничего. Пойдет. Мать, ну иди смотри, что она тебе нравится. Я, ну все боится, ну потом. Мать будет белая блестеть. Сейчас мы божий вид приведем. Палево. Все, да, палево. Цвет нет, белого. Видя? Цвет? Свежо-белого видишь. Свежо. Светло-бежевый. Да, светло-бежевый, да, да, да. Все правильно. Ну что, давай, хозяин, открывай ворота за хозяин. The cheapest Soviet car costs about £4,000 and it's not noted for its reliability. So Slava chose the most expensive family car on the market, the Volga, with a price tag not far short of £15,000. To pay for it, he borrowed £5,000 from the farm,
As a worker with long service, he's entitled to a low-interest loan. The rest he saved over several years. The Kalinichs spend little of their earnings. Most of what they need, they either get from the collective or provide for themselves from their own private plots. Обмыть надо это дело. Это дело надо обмыть. А? Давай, заходи. Ну что? Мы на приемник. Приемник, да, он рядом. Сзади. Да? А ну открой. Где лучше сидеть? В какой машине лучше? А? Так вы вытащили? Так что? Покажите. Сядьте. А ну, примиряйте сиденье. Сейчас. Паузу. Ну все, хорош, Паш. Вылазь. Да, конечно. Ну так что, конечно, трактора, вылазь. Ну машина это хорошо. Когда есть машина, это отлично, я вам скажу. В любое время можно поехать куда угодно, не пользуясь общественным транспортом. И на море. Ну, везде можно поехать. Ну, хватит, Славик, вылазь. Сейчас. А? Сейчас. А, ты практикуешься? Ты смотри на скорость, да я не знаю. Утопать надо. Ладно, потом. Сейчас. Вы не позируете, не надо. Все. Ну пошли. До дома. Все, да, пошли. Пойдем. Пошли. The inspection is over. Now for the serious business of toasting the new arrival. Давай. Это дело надо спрыснуть. Ясное дело. Садись, сиди там. Придут. Можно что-то наливать. Да подожди. Куда хозяин придет, нальем. А что там подождать? Что там нам ждать? Бабушка, вам что? Вам много? Водичка мне. Немного там. Ну. Сюда садись. А что, Сергей? Что? Машиной. Так, да, чтобы выучился и чтоб нас с бабушкой. Всех катал. Давай, ладно, сразу нашу бабушку покатал. Да. Все. Давай. А ты, Лариса, тоже учись на права. Ну что, ты сейчас и на работу? Хай поробай там. Ну, для нас, конечно, лучше сейчас жить. Так старость наклоняет. Хочется жить, я уже стара. Конечно, хорошо сейчас жить. Чего ж, плохо, что ли? А раньше же мы люди были, а не так же жили, как сейчас. А сейчас бы пожил уже старость, больный, то уже ж смерть недалеко. Чтоб до 12 робив? Гляди, не опоздай. Я до роботи сюда. А хозяин хай работает. Спускай. Все. Лёва, ну скажи ты. Куда вы? А? Так не говори. А буду слова на А кто ж мыть? Когда мыть? Хозяин буде мить. Хто приганяв? После уборки. Не, гонщик страшко був. Да, Лёнька. Давай.
Ну, поїхали. Тому правда, ти ж була тут, вона знає. Так, так вона ж ще не виправилася. Ну, поїхали. Ну, ладно. Ну, поїхали. While one family celebrates, work in the fields goes on. And after the party, Slava himself returns to finish the day's harvesting. The routine of the collective farm is important to the Kuliniches. But with their flourishing private gardens, their backyard full of their own livestock, and a brand new car in the drive, they seem, like many Russian peasants, to be part of a new version of the communist way of life. Lenin with loopholes. A man alleged to have taken part in the murder of 900,000 Jews at a Nazi concentration camp has been flown to Israel to stand trial. John Demjanjuk, who says he is innocent, is the first person accused of war crimes to be extradited from the United States to Israel. In the Kremlin, the hooded crows clamor at their reflections in the gilded domes of the Church of the Archangels. It's the most beautiful sight they know, for they don't know any better. To Westerners, the delegates to the 27th Party Congress see their democracy in exactly the same way. To their eyes, it may be beautiful, but it is the only one they know. All week, the Soviet Communist Party Congress has put forward its best face of a new openness, self-criticism, idealism, responsibility. Today, the other face came out of the shadows. The hard men were on parade. Viktor Chebrikov, head of the KGB, a Politburo member, lashed into the West for its alleged spying, subversion, and attempts to undermine Soviet society. Internally, he left no doubt about the KGB's determination to maintain ideological orthodoxy. Это прежде всего борьба за каждого оступившегося советского человека. Помочь такому человеку, удержать его от совершения государственного преступления. Такова одна из главных задач, она вытекает из гуманистической сущности нашего строя. At the morning news conference, Marshal Akhremyev, the chief of staff of the armed forces, displayed the most unrelenting face of Soviet national interest. He brusquely refused a request for Soviet casualty figures in Afghanistan and justified Soviet actions on the grounds that America has put over $1 billion into the guerrilla fighters. Раньше было десятки, а сейчас уже полторы сотни баз и лагерей, где готовится контрреволюция на территории Пакистана. И десятками тысяч засылаются люди в Афганистан. Значит, что же теперь? Бросить на произвол судьбы, значит, страну? Бросить на произвол судьбы законное правительство, которое попросило помощи? All this and more has filled the Soviet media all week. Pravda, the party daily, naturally carried Mr. Gorbachev's speech in full and has continued with full texts of all the other major speeches. Despite that, we found a brisk demand for newspapers at 8 o'clock this morning outside the busy VDNH metro station in northern Moscow. As people could hardly avoid the General Secretary this week, were the criticisms he'd voiced in the Congress justified? Все правильно, критика была правильна, потому что много было всяких различных недостатков. Вот и Михаил Сергеевич Горбачев правильно критиковал. Ну что, критика открыто идет. Наши недостатки. Одно гадание. Складывается так, как есть. А вы народ наш понимает. Ну а как же? Давно уж пора. Давно пора. Мы просто счастливы, что это наступило. Ну какая может быть критика? Ну это, я же не считаю, что это критика. Это просто решение вопроса. Очень многие товарищи, значит, исключены из рядов партии из-за того, что
были отклонения соответствующие, очень смело к этому делу подходят, и я считаю, что это очень правильно. If the party's been criticized so much now, isn't it going to be much harder to believe it in the future? Наоборот, наоборот сейчас. Что вы, наоборот, это только рады и довольны, что сейчас так все это идет к лучшему все. Наоборот, все хорошо, наоборот. Наоборот, партия еще больше будет веры партии, если она вскрывает не только недостатки, такие мелкие, но и крупные недостатки вскрывает, такие бывают. Только наоборот, больше будет веры. Так что не бояться этих недостатков вскрывать. Вот лично мне он больше нравится, чем предыдущие. Чем Брежнев, Андропов. Но он более молодой, более энергичный, более другое направление несколько внесет. А это вы про